марта. Сегодня у нас прошла последняя холодная ночь. Впереди все показания ночные будут плюсовые. Сегодня на день по краю передали, по Алтайскому краю, плюс 14, плюс 16, местами до плюс 20. Все, значит, мы живем. Хочу показать вам, как я сохраняла. Я обещала рассказывать подробности про температурные показатели, как я сохраняла рассаду. Вот эта теплица у меня придомовая холодная. Здесь можно только включить ветродуйку маленькую, и все. Тут ничем не оборудовано. Смотрите, от холода томаты полезли аж наверх. Короче, я половину занесла в дом. Сейчас скажу, какие именно. А основную часть оставила. Просто их подальше от стенки убрала. Видите, здесь все вместе. И более взрослые, которые в стаканчике распикированные. И те, которые еще ждут своей пикировки. Распикированные маленькие, распикированные большие. Сейчас перейдем на другую сторону. Вот здесь вот я когда стояла и говорила, что впереди будет у нас холодная ночь. Уносить или не уносить. Унести все я не смогла, потому что дома так много места у меня тоже свободного нет. Я убрала вот этот ряд, который стоит непосредственно рядом, ну, со стеной. Ну, вы поняли почему. Потому что здесь всегда, конечно, холоднее. А в середине центральный ряд остался. Прогноз, который давался минус один не прошлая ночь, а позапрошлая, которую я боялась, было минус три. Здесь у меня работала ветродуйка. А в той теплице, где было закрыто пленками, сейчас туда перейдем, там у меня обогрева не было. И хочу рассказать про сейчас. Ой, показатели сегодняшние. Ой-ой-ой, сейчас. Сегодня у нас ночь была чуть-чуть потеплее. Опустилась всего до нуля. Так. Вот сейчас 7 утра. Тут 5 градусов. Конечно, им пришлось тут немножечко как, ну, позакаляться, закаленыши мои. 5 градусов это уже не очень комфортная температура, но она была только несколько часов. Я отслеживала, ну, заранее смотрела, обычно холодает на рассвете. Вот до 4 часов ночи, ну, до 4 утра на улице было плюс 3, значит, здесь было не 5, а градусов 8. И только к 7 утра у нас 0 установился на улице. Тут стало всего 5 градусов. Но вот мои томаты, вот видите, вот, это для открытого грунта. Такие типа как Настенька, Демидов. Вот это высокорослые для открытого грунта. Пикировать сегодня будем. Они все хорошо перенесли эту температуру. Но пришлось не только нашим сибирским терпеть такую температуру. Пришлось и иностранцам тут сидеть при такой температуре. Но ничего, все у нас обошлось. Теперь у нас впереди тепло. Сейчас перейдем в ту теплицу, где пленки и где не тканка. Там она стояла вообще без обогрева две ночи. Так как я иду через вот это место, всегда вам показываю, вот по этому сугробу можно судить, что все-таки еще не так тепло на улице. У меня тут сугроб, в других местах. Но погода на следующую всю неделю будет ясная, солнечная. Это будет нам помогать. Короче, теплицы будут прогреваться за день. И меньше нужно будет реже включать подогрев. Этим томатам повезло больше, чем тем голеньким. Тут они под пленкой. И тут под пленкой 10 градусов при одной и той же температуре за, ну, там, за бортом. Еще хочу сказать, что эта теплица и вчерашнюю ночь стояла без обогрева, и сегодняшнюю ночь стояла без обогрева. При ноле градусов, вот там был ноль сегодня ночью, если предыдущий день был солнечный, яркий, и земля прогревалась, то есть здесь все раскалялось. Тут и дорожки горячие были, и земля, и все, что... И вода вот эта стоит, она почти горячая. И потом, когда я эту землю, грунт прикрываю пленками, тепло сохраняется. И когда одна зрительница сегодня мне написала, что, может быть, вы пленку зря накрываете, именно из-за нее конденсат, вот капельки на растениях, все. Но я хочу сказать, что пленка – это как раз тот самый главный элемент, который создает нам термостоннель,
который не позволяет теплу за день, вот что земля прогревается, не позволяет теплу куда-то улетучиваться. Это тепло, которое земля потом отдает, оно сохраняется здесь и никуда не уходит. Если бы пленки не было, была бы только нетканка, это тепло, оно развеялось бы и... Ну как, оно бы разошлось по всей теплице, и температура была бы намного ниже, потому что вы понимаете, что согреть вот такой объем данным теплом намного сложнее. Там оно концентрировано в маленьком объеме, вот этот воздух, он теплый. Поэтому здесь 10, а там, где галыши закаляются, там всего 5. Видите, тут видно, не знаю, передает камера или нет, вот эти капельки, капельки, капельки. Вся пленочка вспотела, то есть видно, что там было очень тепло, видать, вечером было совсем. Я накрыла вчера в 8 вечера. И поэтому вот смотрите, когда там 0, и когда перед этим день ясный, солнечный, жарко стоит, вовремя вечером прикрыть, чтобы земля не успела остыть, тогда здесь обогрев не нужен. Еще раз повторяю, у меня сейчас не работает ни подогрев грунта, потому что я один раз согрела, все выключила, ни обогрев верхний. Там 0, здесь 5 во всем большом объеме, а там 10. Этого достаточно. Вот сегодня передают опять жаркий день. И вообще вся неделя будущая, ночные плюсы, плюс 5, плюс 4 промелькивает, там 1-2 градуса. Это идеальные условия. Это идеальные условия для выращивания без подогрева, без различного, без любого. Но только вот с такими укрытиями. Еще раз повторю, когда там будет 1 градус или 0, и если закрыто не будет, то тут будет всего градусов 5, может быть даже 4. А если перед этим день будет не солнечный, то температура может сравняться и там 0, и здесь будет 0, если земля холодная. Все, до свидания. Вот это...